Всем привет! В сегодняшнем видео речь пойдет о моих морковных грядках. Не так давно моя коллекция пополнилась морковочками. Первой в моей коллекции появилась вот эта морковочка. Это азиат. Вот ее название — Maniara Millennium Magic Witchcraft. Пришли ко мне осенью вот такие три морковочки. До сих пор она у меня не пересажена. Как пришла, вот такие наросли корешки. И вот эти две морковочки выросли уже у меня дома. Вот такие зелененькие, вот такая морковная грядочка появилась. Как многие уже догадались, я в предыдущем видео говорила, что собираюсь ее пересаживать. И по наличию здесь горшочка, грунта, можно догадаться, что ее время пришло. Но сначала я ее отложу, покажу свою вторую морковочку, которая у меня появилась зимой. Эту морковку мне подарили на день рождения девочки из чата. Вот такая крупная морковь по сравнению с манинеарой. Даже вот рядом можно поставить. Посмотрите, какая разница в размере и разница в горшочках. Большая морковочка стоит в 12-м горшочке, в кашпо, а азиатка вот в таком маленьком горшочечке, который ей уже явно тесноват. Это вставлено стрелы «Зеленый доктор», я их уже тоже показывала на канале. Для профилактики вставляю обычно во все горшки с орхидеями, так как довольно часто приношу новые растения, и вот такую профилактику провожу для них. Ну а большой морковочки тоже мне ее подарили. Вот была морковочка большая, морковочка поменьше. Она у меня дома цвела. Ставлю кусочек ее цветения. Она была с двумя цветоносами, и один из цветоносов распустился полностью у меня дома. Очень крупные цветы, цветы очень ароматные, пряный сладкий запах. Сейчас она у меня вот в таком состоянии. Появилась еще одна морковочка. Морковка очень быстро растет. Ее название, к сожалению, не знаю. Если кто-то знает, подскажите в описании. Ставлю кусочек, чтобы можно было посмотреть на ее цветение.
полюбовались на цветение, а теперь приступим к пересадке. Решила я ее посадить в 9-й горшочек. Взяла 9-й горшочек от фаленопсисов. На дно насыпала немного керамзита. Посадить я ее хочу в родной для нее грунт. Это мох. Есть у меня вот такой мох. Падает горшочек. Есть у меня вот такой мох с зелененькими кончиками, живой. И, ой, падает. Падает горшок тяжелой морковки. Сейчас вытащим ее из горшка. Сам ком с корнями потрошить не буду. Вот здесь у нее тоже грунт мох. Сейчас уже практически не видно, что там мох. В основном корешки. Хочу просто обернуть с краю ее мхом и поставить в 9-й горшочек. По большому счету это просто перевалка. Сложно назвать такой прям совсем пересадкой. Сейчас ее вытащим из горшочка. Сейчас вытащу из горшочка одной рукой. Неудобно, сейчас отодвину. Вот, вот так. Вот вытаскивается она из горшочка. Вот такая корневая система у нас. Здесь видно вот мох, растущие кончики корешков, все растет. Зеленого доктора убирать не буду, потому что вставляла я его недавно. Сейчас наберу мох, оберну морковочки и будем устанавливать в горшочек. Вот так установила морковочку в горшочек. Немножко мха положила вот здесь на выступ. На него поставила саму морковку. И сейчас буду обкладывать вот так по краю. И набивать плотно горшочек. Сейчас найду что-нибудь, какую-нибудь палочку, чем туда протолкнуть. Палец у меня туда не входит. Думала над грунтом. Сначала хотела помешать ей грунт с кока-чипсами, с немножко с корой, потому что у вот этой морковочки грунт намешан кокосовое волокно, кусочки коры, кусочки кока-чипсов. Но потом посмотрела, подумала, я уже вполне приспособилась, что она у меня растет в мхе, и решила грунт ей не менять. Нашла деревянную палочку и, прокладывая по краю, вот так палочкой уплотняла. Вот так обернула мхом весь ком. Вот здесь вот чуть-чуть не досталось. Сейчас сюда мха добавлю. И еще сверху проложу по краю горшочка. Вот здесь тоже проложу корешки. Вот так. Вот по такой системе решила пересадить свою морковочку. А вот такая посадочка у меня получилась. Надеюсь, ее все устроит в новом горшочке. Она будет продолжать активно расти, как росла до этого. И буду ждать цветения. По поводу ухода, сказать, чтобы у моих морковок был какой-то специфический уход, нет, не могу сказать. Поливаю по мере просыхания, вношу удобрения вместе с остальными моими орхидеями. И вот так они меня отблагодарили, дали новые ростики. Надеюсь, порадуют и цветением. Хочу всем сказать огромное спасибо за внимание. Покупайте новые орхидеи, пусть они радуют вас цветением.
Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.